Агорафобия Part 2. Сейчас пройдем, короче, все. Что за сын Ивана Дорна и Ивана Охлобыстина на этой аватарке? Я не знаю, что за уродство. А что сразу сын или... Ну, гибрид, я бы сказал. Блин, что за придурок это? Гибрид. Что-то как-то быстро грузится, походу маленькая карта будет. Как прошлое. Гибрид, блин. Гибрид сына и дочери, что ли? Забей, ты не поймешь, это... Это юмор. Это не юмор. Шкафочка. Дежавюшечка просто. Перед каждой камерой я должен это сделать. Я должен тебя пнуть по яйцам. Это не совсем то, что... Ну ты понял. Так, стой, я пройду. Так, тут какая-то кнопка что-то делает. Так, и что она делает? Ты видишь, что она делает? А, вот что она делает, я заметил. Кто? А зачем ты поле убрал? Поле убрал? Я убрал мост. Ну мост зачем, в смысле, убрал? Чтоб ты не мог назад вернуться, типа месть такая. Не догоняешь? Будешь стоять там, а я вот пройду. Ну давай, ты тоже не сможешь тогда пройти. Я тут буду стоять. Почему? Ну чё, привет, сосед. Кому еще месть? Всё, давай, не дурачься, поставь мне портал. Нет, вот когда я дойду, тогда и... А ты должен в себе держать демона? Значит так, да? Поставь мне портал, я хочу дальше узнать. Значит так. Так вот, да, значит, я к тебе как человеку всю работу для себя предоставляю, а ты ко мне как говно, слушай, да? Слушай, я хочу работать, а не ты. Ты не умеешь работать. Так, о, смотри, что нашел. Это выход. Все, я выйду, а тебя? Ну ты не выйдешь. Нажми на кнопку. И что делал результат. Кнопка? О! О, кубы! Жалко, я этого не вижу. Блин, посмотри у меня. Я вижу ты у тебя, а себя не вижу. Ладно, все же поставить. Ныл там, ноешь по духу. Когда я вернусь к тебе, ты пожалеешь об этом. Тогда я не поставлю ничего. Я тебя боюсь. Чувак, я восстану из мертвых. Подожди, я на секунду кое-что сделаю. Это, пожалуйста, ничего не делай. Это серьезно, это... Этот, ну... Прикол такой. Чувак, привет. Привет. Я хотел. Чё, ты прикалывался? Ладно, всё. Где ты там, куда ставить? Всё. Это весело было, черт возьми. Так, и что дальше? О, ты мост можешь поставить для меня сейчас. Не могу. И будешь ловить куб. Тут поле. Ага. Черт был. Обломись. Сейчас пройду как только. Закоманит. Ап. Попробуй только. Ап. Блин, ты лучше поискал бы для меня что-то поставить. Да куда я могу? Я тут запер, чувак. Ап, нажми, поищи, что я вижу. Ну ты запарил уже. О, я знаю, куда могу поставить. Смотри. Ты сможешь туда добраться? Куда? Вон, видишь пересечение, сможешь туда добраться? Как я туда доберусь? Не знаю. Я тут что, в полях? Там. Ну через лестницу то. Там поле! А, поле, да. Там. Тарам. Ну тогда если здесь, сначала ты пройдешь через поле, а потом я поставлю портал. На кнопку прыгай. Да, свою драгоценную, как Робинзон. Там парам. Подом. Что мне делать-то? Сейчас увидишь. Видишь что-нибудь? Сможешь туда добраться? Сейчас доберусь. Может, ты куб туда можно будет сбросить?
Так. Ну, куб, кстати, на пересечении, можно будет его туда... Сначала куб надо было сбросить. Да ладно, сейчас. Ты сейчас убьешь меня, если что. Давай, короче, я прыгаю, ты меня прыгаешь так в обнимку и падаем вниз в говно вдвоем. Меня не подписывают на это. Иди давай, делай свою работу. Кстати, ты сейчас... Нет, ты еще не умрешь, конечно, ну ладно. А другой портал. Ты... Нет, не паникуй. Все, делай как надо, иначе я буду это делать. А ты знаешь, как я это люблю делать. А ты знаешь, как я люблю тебя троллить? Вернее, не троллить, а наказывать за непослушание, неповиновение своему королю. Ну, ты не мой король. Я всем покажу этот контракт, который ты подписал, что ты... О! Контракт, что ты служишь мне, который ты подписал на служение мне. А теперь тебе приснилось просто. Куда его ставить-то, ядрёна мать? Не знаю. Придумай, куда его доставить. Поставь пока на кнопку. Больше некуда. Действительно. Так, окей. Дальше что? Так, кнопку убирает. Ну что, хрен доберемся, чувак. Давай думать. Теперь можем вдвоем пойти в портал. Перед смертью я должен отомстить тебе. Давай вместе пройдем. Ты прыгай, я вперед просто иду. На счет три прыгаем. Раз. Вот. Подойди ко мне ближе. Шок. Можно и так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так. Так, выход там, да? А, чувак. Да. Нам надо... Блин, надо было куб сюда доставить вот, каким-то макаром. Вот нам и надо, вот мы все правильно пока делаем. Все окей, все под контролем, держись. Будем думать, выкручиваться из ситуации. Короче, ты берешь куб. Значит, уберешь. Точнее, придумаю, как взять куб. Чё? А ты придумаешь, как меня вытаскивать отсюда. Думаю. Так, ну сначала пройди туда. Куда? Ну, где поле было. К решётке. Будешь там жить за решеткой. Ты сейчас будешь там жить. Я тебе буду каждое утро приносить сладкий хлебушек. Хочешь этого? Сладкий хлебушек, давай. Сладкий хлебушек, ладно. Так, теперь придумай, как мне это сделать. Может, мне надо пожертвовать собой и перекинуть куб? Ну, это безумная идея. Как ты его перекинешь? А, стой, подожди. Если я... Встань-ка вместе с ним на окно. Нет, ты не дотянешься. Блин, давай думай, чтобы куб не бронить. Как я свой поставлю? Нет, я так только могу. Может, нам реально вдвоем надо тут находиться? Где? Здесь. А я придумаю. Как мы тут... Как мы там будем вдвоем находиться? Ну, я сейчас к тебе приду. Тут же поле странное. Не-не-не, не туда... Не тут, не там вдвоем находиться. А. Я думал эстафет с кубом. Лови. Это мне напоминает первую часть. Ладно, не буду это говорить. Так, ладно, пошли. Так, чувак, смотри, я могу вот так вот портал поставить, если что. Как ты молодец, и чё? Так, знаешь что, есть идея. Идем ко мне. Ты должен помочь в ее реализации, но я не уверен, что она сработает. Что ты там задумал? Ставь сюда портал. Так, у меня там какой стоит? Ага. Пуфик подставь, чтобы мост был мне. Так, отлично. Так, дальше что я хотел? Так, дальше я сюда мог поставить портал.
А теперь нужна идея перебросить сюда кубик. А мне куда идти, наверх? Так, пока тут стой. В принципе, это тоже не идея, потому что туда не просунешь куб. И как нам просунуть куб? Эх, если бы ты мог сюда красный поставить. Мы бы сразу выиграли. А, есть идея. Какая? Обозналась, чувак, извини. Ты поплатишься за это. Сейчас слетишь отсюда, понял? Как пробка. Чувак, я-то могу вот сюда сейчас портальчик поставить, и мы оба слетим. Ну ладно. Может, оно того стоит? Я тебе гарантирую, что нет, не стоит. Так, а у чёрта там стоит красный портал? Это мой портал. Да ладно, Кэп! Я спросил, какого чёрта он там делает? Я поставил. Ты что? Я хотел чего-то добиться, не знаю чего. Всё? И что ты там потерял? Зачем ты сюда пришёл? А, подожди-ка, чувак! Поставь-ка, знаешь что, красный... вот сюда, где я сейчас стою, поставь красный портал. Так, теперь... дальше. Теперь мы вернулись к тому, что было в начале. Вот именно. Сейчас как куб выкину только. мы еле достали его, и ты хочешь его выкинуть? Знаешь, почему? Знаешь что? Ну-ка поставь куб. Так, сейчас. Я зайду наверх и взгляну на место. Все, бери куб. Я как-нибудь попытаюсь к тебе забраться. Чувак, лови его. Блин, возьми знаешь, моего ребенка, что еще? Пока ты пока должен был сделать. Ценусь с финансами. Позаботься о нем, как о родном сыне. Знаешь, что еще ты должен был сделать? Ты должен был поставить голубой портал, чтобы он стоял вон на той стенке. И тогда бы какой все было... стенке? Ну вот на которую ты смотришь, налево повернись. Вот на эту стенку. Должен был стоять портал. И тогда бы он проецировался ко мне и мог бы подойти сверху, взять куб. Да, давай повторим это, чтобы ничего не потеряли. Давай, ставь тогда. Вперед. Порталы мои теперь стоят там, если что. Так, ставь один портал сюда. Иди, иди, иди. Иду. Не торопи. Я не тороплюсь забыть, я сынок. Не называй меня так. Повелитель, владыка, но никак не сынок. Нет, ты мой сынок. Так. Теперь я кем-то... А, я поверх. Да, да, давай. Через решетку. Потом... Эпично упасть или нет? А да, нет. Эпично упасть на мостик и передать кубик мне. Если не эпично, что будет? Все? На смарку? Да. Давай, прыгай. Не всё. Эпично было? Ладно. Передай мне кубик. Ну блин, ну передай мне кубик. Обещай заботиться о нем, как о родном сыне. Давай, я его поймаю. Ведь это наш с тобой сын. Да, сын куб, нормально. Стой, 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 не проходи, пожалуйста. Да не прохожу я. Все. Все, теперь можешь пройти. Да, как я по-твоему попаду туда? Ты пройдешь просто через портал, ничего не обнулится, мосты останутся же. Да, тут у меня... Да блин, пройди просто через поле. Все уже, я куб поставил, мы на месте. Мы выиграли. Да блин, через поле пройди. Все, иди дальше. Иди ко мне. А, все, понял. Да что ты... Да, подожди. Ко мне иди. Где кнопка наверху? А, лол. Я сейчас так боюсь через эти поля сраные проходить. Если я сказал идти, все, уйди. А зачем идти, значит? Тогда тебе с решеткой нужны были. Ну, чтобы мы это куб смогли поймать, помнишь? А, ну да.
Иди сюда, открыт вход. Давай, иди сюда уже. Зачем ты отошел? Ты идиот, ты, а? А мне-то вход открыт. Иди без меня. Все, сворачиваем, прошли, короче. Это не считается за то, что мы прошли. Ты сейчас это там... считается, я же был на том месте, где я, в принципе, не могу быть. Там, где я не прошел. Все, добывай без меня. Я не смогу. Все, все, давай, до свидания. Я пойду умру там. Я останусь с нашим сыном. Я тоже сейчас был. Блин, мне даже умереть возможности нет. Все, да блин, все, прошли. Так и перед носом ворота. Зачем ты это сделал? Да ладно тебе. Весело зато, да? Это мы не прошли карту. Мы прошли. Пофиг, оценить тестовую камеру, лайк. А Никита просто фух, не неудачник. Я вот тут буду, а ты иди в свою каморку, сиди там. Это не каморка. Да. А, ну да. Забыл. А ты что думал? Забыл я про кнопку. Все, давай выходим. Пошли в третью. Давай следующую тестовую камеру нажимай.